телеканал АТР, это детский крымско-татарский телеканал, Ляле – это радио Майдан, ну и еще радио Лидер у нас есть, и информационный портал 15 минут. По всем ним так и мы не прошли регистрацию, которая еще началась у нас с октября месяца. Мы уже обратились, вот сегодня мы только получили, сегодня мы сдали, получили уведомление от Роскомнадзора, то есть это наша такая последняя очередная попытка все-таки сдать документы и просто... Надеюсь, вся общественность и мы уже взываем ко всем, чтобы все-таки обратили на эту ситуацию внимание и разрешили ее, потому что ни к чему хорошему она привести не может. То есть, иначе, если мы все-таки будем вещать, может быть, нас не отключат от там, РТПЦ или от спутника и так далее, но вещательную деятельность мы вести не имеем права. Значит, мы должны будем сами отключиться, иначе мы будем нести административную, там, вплоть до уголовной ответственности. Интернет-издание сможет работать, но опять-таки оно будет работать неполноценно, потому что мы лишаемся права быть журналистами, вести вот, как бы, деятельность, связанную как средство массовой информации. Поэтому, конечно, она будет неполноценной. Конечно, мы стараемся найти, там, убедить, там, найти какие-то точки соприкосновения, там, решить, но это все должно быть абсолютно в рамках сохранения всех абсолютных принципов журналистской этики. Но и так должно быть, мы же средства массовой информации. Вот и все. Никто, мы не тот телеканал, который хочет стать врагом. Ну, это просто не наша цель.